Если ищешь работу, советую поговорить с Хульдой. Работа мне не в тягость, но я уже подумываю отойти от дел. Может, продам заведение Изольде. Ладно, чего ты хочешь? Чем могу помочь? Хочешь поесть, отдохнуть или просто промочить горло? Как приятно тебя видеть, душа моя. Это ода в честь несгибаемости. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Эх, глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы теплее и веселее. Тебе стоит поговорить с Ярлом в Драконьем Пределе и предложить свою помощь. Будешь в Айтране дурить, я тебя лично в подземелье упрячу. Ты в Драконьем Пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам.
что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Перед ярлом веди себя как следует, а то проблем не оберешься. В последнее время все только что и толкуют об этом идиотском конфликте. Ярл Балгруф. Я лично предпочитаю книги и заклинания. Доброго пути. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Ладно. В магии есть некое спокойствие, правда? Чистая энергия, которая дается в руки лишь тем, у кого есть знание и воля, чтобы ее использовать. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. До встречи. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Ладно. В чем дело? Как Эльда может ненавидеть темных эльфов, если почти ничего о них не знает? Я вам этого не говорила, но если хочется выпить по-настоящему, посетите клуб в квартале Серых. А вы знаете, что свеча над очагом не гаснет уже добрую сотню лет? Осторожнее, что ли? Привет.
Нограф не даст нам прямого ответа. Он настоящий Норд. Он образумится. Я не был бы столь уверен. Мы перехватили курьера из Солитьюда. Империя сильно давит на Вайтран. И что, по-твоему, я должен делать? Если он не с нами, значит, он против нас. Ему об этом известно. Им всем известно. Сколько еще мы будем ждать? Считаешь, я должен отправить Палграфу послание более ясное? Да. Надо воткнуть меч ему межребер. Мы опозорим его, захватив город. Послание яснее некуда. Значит ли это, что мы готовы к открытой войне? Наберись терпения. Я настаиваю. Они все заслуживают смерти, как и их ныне мертвый король. Смерть Торуга и была моим посланием ярлам. Кто бы ни пришел на их место, всем нужна будет поддержка нашей армии. Мы готовы, только скажи. Посмотрим, как пойдут дела в Вайтране. Если мы возьмем город без боя, тем лучше. Но если нет... Народ на твоей стороне. Боюсь, что не весь. Многих еще предстоит убедить. Тогда пусть они умрут, сражаясь за своих ложных королей. Мы слишком долго были солдатами и знаем цену свободе. Дадим людям время на раздумья. Тут не о чем думать. А как же их семьи, Галмар? Их дети сражаются под нашими знаменами. Мы их семьи. Хорошие слова, Галмар. Скажи мне, почему ты поддерживаешь меня? Ты ведь знаешь, Ульфрик. За тобой я готов пойти даже в глубины Обливиона. Знаю. Братья, но скажи, одерживают победу за что ты сражаешься? За то, чтобы эльфы никогда не правили людьми. А ты... Ульфрик, разве это не то, за что увижу сражаешься имперца, ты? Сразу прикончу. Я бьюсь за тех, кто умер у меня на руках, вдали от дома. За их жен и детей, чьи имена шептали, умирая, мои солдаты. Да хранит тебя Талос. Сражаюсь за нас. Тех немногих, кто смог вернуться домой, и не нашедших там ничего, кроме чужаков. Мы покажем этим безбожным псам, чья это земля. Самый разоренный народ, вынужденный платить долги империи, слишком слабый, чтобы... Управлять. Смотри в оба. Но смеющий объявлять их преступниками за желание быть свободными.
Смотри в оба. Мы покажем этим безбожным псам, чья это земля. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом... Подайте монетку ветерану. Ну что вам стоит? Все в порядке? Кузина императора Витория Вичи скоро выходит замуж. Свадьба будет грандиозная. Приглашен весь Солитюд. Нужно что-то? Да. Что? Да. Да. Нужно что? Да. 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 Говорю же, Ульфрик собирается напасть на Вайтран. В таком случае он сумасшедший, у него нет людей. Что тебе нужно? Мои разведчики докладывают другое, генерал. Я жду. С каждым днем... Если тебе нужны оружие и доспехи, иди к Бейренду в мрачный замок. Он очень хороший кузнец. Говорят, Ульфрик Буревестник убил верховного короля своим голосом. Выкладывай. Тот помер от его крика. Смотри без глупости, имперец. Хелгин разрушен драконом. Даже не верится, правда? Нужно что-то? Нечего бездельничать. Что тебе нужно? Если он хочет остаться без имперской защиты, его право. Пусть Ульфрик разграбит его город. Генерал! Ваш народ и ваши проклятые ярлы. Генерал! Норда нельзя заставить принять помощь, если он о ней не просил. Если Ульфрик выступит на Вайтран, мы должны оказаться там раньше. Подготовьте еще одно письмо с обычными расшаркиваниями. Но в этот раз поделитесь данными о планах Ульфрика. Приукрасьте, если нужно. Выставим все так, будто это его идея. Да, генерал. Норды и их проклятое понятие чести. Генерал. Мятежники что, не хотят видеть очевидного? Кто, если не Империя, защитит Скайрим от эльфов? Давай быстрее. Мне хватает паузы в разговорах с политиками. Руки чешутся отправить пару мятежников на тот свет. Я так понимаю, это нечто важное? Не теряй бдительности. Рано или поздно она окупится. Есть что доложить? Мы с генералом не во всем согласны, но он единственная надежда и Империи, и Скайрима.
Давай быстрее. Мне хватает паузы в разговорах с политиками. Что ты тут делаешь, гражданский? Я так понимаю, это нечто важное? А кроме меня обратиться не к кому? А кроме меня обратиться не к кому? А кроме меня обратиться не к кому? Есть что доложить? А кроме меня обратиться не к кому? А кроме меня обратиться не к кому? Мы с генералом не во всем согласны, но он единственная надежда и Империи, и Скайрима. Давай быстрее. Мне хватает паузы в разговорах с политиками. Я так понимаю, это нечто важное? А кроме меня обратиться не к кому? Многие из моих земляков примкнули к мятежникам. Они не видят. Руки чешутся отправить пару мятежников на тот свет. Что-то ищешь? В замке что, патрулей нет? Почему тут кто попало разгуливает? Что тебе здесь нужно? Точно. Хелген. Чем могу помочь? Показать, где тюрьма? Вольно. Давай быстрее. Мне хватает паузы в разговорах с политиками. Есть что доложить? Чем могу помочь? Показать, где тюрьма? Свободны. Мы с генералом не во всем согласны, но он единственная надежда и Империи, и Скайрима. Нужно что-то?